Ищешь, где купить робоксы быстро, выгодно и без обмана? Тогда используй магазин rbx.camp. Тут ты всегда сможешь купить робоксы методом трансфера по очень выгодному курсу. Все робоксы у них получены легальным путем, и покупка ничем не угрожает вашему аккаунту. И плюс ко всему, в их соцсетях, в ВК и в Дискорде постоянно проходят различные конкурсы и раздачи. Обязательно участвуй и забирай робоксы на халяву. Но остерегайся мошенников с похожим доменом. Используй только мои ссылки, которые будут в описании и в закрепленном комментарии. Удачных покупок! Так, друзьяхи, всем здорово, с вами как всегда Бамбукова Мишка Капанда, welcome, добро пожаловать ко мне в гости. Ну чё, как у вас там дела? Пишите комментарии, ребята, и залетайте в видос. Welcome, всем welcome. Можешь, что там пишут, дать Венома и Лео. Могу, но на раздачах, ребята. Тем более, по-моему, сейчас у меня нету ни Лео, ни Венома, ребята, да. Дракон есть, тесто есть, что-то там Будда есть, ребят. Скоро сделаем, кстати, раздачу. На трейды, на раздачу, на удачу, ребят, поставьте прямо сейчас бамбуковый луицк, ребята. Вкусный, сочный бамбуковый лайкос. Правильно, а иначе просто будет попадос, да? Раздачу фруктов сделаю, не беспокойтесь. Так, погнали разбираться, ребята. Там какие-то вкусняшки, там обалдежечки просто какие вкусняшки. Короче, там новенький скилл. О, я даже не знаю, что это такое. Сейчас пойдем с вами разбираться. Потом RealSys, это игра от Shindo Life, от админов. Там представлен официальный список фруктов. Сейчас пойдем смотреть, там есть на что поглядеть. Там всякие леопарды, жирафы у нас и так далее. Еще есть какие-то интересные штуки-друки. Ладно, ребят, не будем томить. Погнали. Единственное, только дайте я быстро гляну, что у нас там у дилера. Так, час 36 остается, сразу вниз. Ничегошеньки нету, кроме резины. Ладно, понятно, друзья. Понятно, что ничего не понятно. Погнали смотреть. Сразу, бум! Это что такое? Это скилл, ребята. Скилл от одного из админов, который в Твиттере, ребята, делает модельки для админа. Ну тут опять заблюрено что-то. Но можно разглядеть то, что посередине челик и вокруг него какая-то водичка. Либо это вода, может быть, это ключевой новый фрукт левиафан. Помните, я снимал видос про него уже. А может быть и нет. Может быть, это реворд чего-то другого. Немножко еще на Феникса, конечно, похоже на его крылья. Но здесь никакого полета, никаких крыльев не вижу. А тем более, помните, я вам говорил то, что там, возможно, будет еще ивент, ребята. Возможно, это все дело будет приурочено к ивенту. Это может быть вообще и не скилл нашего фрукта. Может, это какой-то босс. Босс ивента, который будет у нас прокастовать просто вот эту вот водяную. Хотя, может быть, это и на воронку какой-то, на смерч, на торнадо похоже. Видите, наверх она таким треугольничком расходится. Короче, очень интересно, ничего не понятно, ребят. И не факт, что это введут именно в этой обнове. Возможно, в последующих. Потому что, еще раз напоминаю, обнов там будет, конечно же, куча. Админ за один раз это все у нас там не выкатит. Это за один раз у нас не будет. Но очень интересно, да? Так, короче, со скиллом разобрались. Ну, по крайней мере, мы посмотрели. Что-то нам там затравочку опять админ подкинул. Постоянно что-то подкидывает, а я все это вам освещаю. А теперь погнали в Discord сервер админа RealSys. Смотреть официальный список всех фруктов. Итак, друзья, драконы. Да, дракона мы смотрели. Дракон здесь прикольный будет. Это мы все видели. Это у нас рабер. Это я тоже вам показывал. Смотрите, какая резина будет. Мощнявая. Так, это осьминожка. Во, смотрите, официальный фрут-лист для RealSys. Открываем. Очуметь. Тут, правда, мелко. Будем смотреть. Flame, Sand, Light, Love, Magma, Smoke, Revive, Pow. Тесто, барьер бомб, Будда, Чоп, Дарк, Драгон, Алиосаурус. Вот этот, ребят, короче, какой-то, это, видимо, этот будет, как его, блин, ну, ящер, динозавр. Гому, Гравити, Гура, Айс, Бизон, ребята. Смотрите, ключевой момент будет Бизон, леопард, такой же, как в Blox Fruits. Так, Operation какой-то, что за фрукт? Жираф, очуметь, тоже новенькая. Сол, Волф, столько зверей. Так, Стринг, Феникс, Веном и Фалкон. Очуметь. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 фруктов на старте, ребята. Это официально только на старте, ребят. Но написано, что какие-то, возможно, будут добавлены фрукты и, возможно, какие-то будут убавлены. Так, мы забыли добавить еще гора. Предполагаю, что 31 фрукт будет на релизе. Это просто жесть. Ключевой момент, как их все-таки надо будет доставать. Вот это интересно, да? Так, еще здесь было, бла-бла-бла. Здесь у нас показан этот. Орель. И на заднем фоне, смотрите, как прикольно сделана деревня, ребята, да? Это орел, а здесь у нас мельница. Идем ниже, и здесь у нас фрукты, ребят, смотрите. Флейм, Сэнд, лапки, ушки, да? Лайт, любовь, магма, айс. Ну, это наброски, видимо, я не знаю, может быть, они так прям реально будут в игре выглядеть. Иконки, да? Смоук, это что такое? Ревайв. Тесто, ребята, вот оно тесто, вот у нас лапа, очуметь. Барьер, бомба, Будда, чоп, ван. Это что получается, там тоже какие-то реворки будут и так далее. Так, погодите, следующее. Во, Веном, Фалкон, Стринг, это у нас нитки, да? Смотрите, как прикольно выглядит Веном. Офигетушки. Так, Сол. Сол тоже прикольный. Феникс прикольно. Так, Гравити. Ямато Фокс. Вот это лис. Ямато Фокс тоже прикольно выглядит. Так, Бизон. Вот у нас динозавр. Это, да, жираф. Operation. Это как лав. Причем, смотрите, он в таком этом... в кубе, получается, в квадрате, да. И здесь у нас Дарк остался, дракон прикольный, леопард вообще милаха и гому еще, офигеть. Вот они, ребят, прикольные фрукты, да. Ну, вот эти прикольные, Феникс, Сол, вот этот Фокс прикольный. Да, блин, все прикольные, единственное, дождаться саму игру-то бы, побыстрее. Ну и здесь внизу написано новые концепции фруктов для RealSys. Типа, мол, какие-то там некоторые из них для обновления 1 уже. То есть какие-то выйдут уже после обновки, да. Мы заранее планируем уже обновы. Ну, понятно, да. Все сейчас моделируется. Типа, мол, идет процесс, да. И хотел более оригинальных, детализированных фруктов. Ну, админ говорит, офигетушки. Но список вообще не маленький. Я, конечно, не знаю, сколько там было на старте у нас в Blox Fruits, но явно было меньше. Точно не 30. Сейчас, наверное, там, грубо говоря, наверное, может быть, даже и 30 не наберется. Надо, кстати, будет посмотреть. Кто-нибудь знает, сколько фруктов там в Blox Fruits? Я что-то даже не озадачивался. Надо будет зайти на Вики, посмотреть, не пропустить ни одной фрукт. А тут это только на старте уже 30, либо 31 фрукт будет. Ну что, весьма неплохо. И вот здесь вот мне нравится, как они выглядят. Весьма недурно. Это, возможно, будут иконки, ребята. Просто будут такие вот иконки. Ну, выглядит красиво, да? Лавка еще здесь, смотрите, вот такой сердечком. Просто сердечком. Ладно, ребят, как только будет больше новостей по игре, как только будет больше новостей по обновке, я обязательно для вас сниму видос. Оставайтесь на канале, чтобы быть всегда в курсе всех событий. Ну что, всем удачи, всем пока-пока.